Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 91-м году ушел из жизни русский писатель, актер, художник, автор 100-тысячных опубликованных афоризмов Аркадий Давидович. Он умер в Воронеже 7 февраля 2021 года. Он был госпитализирован с COVID-19. Скончался он 25 февраля 2021 года в больнице. Аркадий Давидович родился 12 июня 1930 года. В советские годы Давидович печатался в журнале «Крокодил» под псевдонимом Юлий Цезарь, Эрнест Хемингуэй, Аноре де Бальзак. Аркадий Давидович – французский писатель, в разделе юмор разных широт. Его работы были включены во многие сборники афоризмов. В Воронеже в 1976 году вместе с художницей Валентиной Золотых основал уникальный музей афористики. В 2010 году в сборнике «Конец света закончится хорошо» был признан непризнанным геем. А к лету 2012 года круг людей, признающих Аркадия за гения афористики, расширился до фан-клуба. 15 октября 2012 года клуб Давидовича при интеллектуальной и материальной поддержке и под эгидой фонда Хованского начал новый образовательный просветительный проект «Афоризм как слово с большой буквы», содержание которого состоит в обучении посредством авторских афоризмов. 21 марта 2013 года проект получил развитие на базе Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического института. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.